Всем привет, с вами Информ ТВ. Несколько минут назад СМИ сообщили о трагедии. Самолет Ан-2, на борту которого находились участники московской группы «Монако Джем», совершил вынужденную посадку в результате аварии неподалеку от Якутска этим утром. Инцидент произошел на расстоянии 5 километров от поселка Солнечный. Причиной происшествия стал отказ двигателя, в результате чего пилоты приняли решение совершить экстренную посадку прямо в лесу. На борту находились 3 члена экипажа и 8 пассажиров. Удивительно, но все они благополучно эвакуировались и не пострадали. Группа «Монако Джем», известная своими выступлениями на корпоративных мероприятиях и участием в шоу «Голос». Она направлялась в Якутск для выступления на праздничном концерте. Известно, что прокуратура уже начала проверку по факту этой посадки. Ведомство выясняет причины аварии, а также оценивает действия экипажа. Представители группы «Монако Джем» пока что никаких комментариев не давали.